Добрый день, дорогие друзья. Сейчас я нахожусь в санатории Discovery. Это Боровой, Щучинск. Вон там, вы видите, там озеро. Оно чуть подмерзло, но пока ходить по нему нельзя, кататься тоже, потому что лед очень тонкий. За мной вон там лес уже на территории санатория. Вот. Сегодня 23 октября 2016 года. Посмотрите, какая здесь погода. Здесь уже зима. И очень такой контраст по сравнению с погодой в Алмате. Поэтому это видео на 360 градусов, поэтому можете вращать или телефоном, или мышкой там в левом верхнем углу, покрутить курсором и посмотреть все, что здесь происходит вокруг. Вот. Давайте пройдемся по тропиночке здесь, чтобы почувствовать вот этот лес. Всю красоту этого места. Энергетика здесь очень такая мягкая. Спится хорошо, высыпаешься очень быстро. Вот, в санатории есть бассейн, спа, баня. Так что, кто рядом живет или когда-то будет рядом с Кольчатавом, Астаной, приезжайте. Это город Щучинск. Еще раз повторюсь, санаторий Discovery. Вот. Здесь пятиразовое питание. В общем, кормят каждые 3 часа, по-моему. Чем-нибудь она кормит. Вот. Облепиха. Очень и очень интересно. Так что все, пока-пока.